Окей, это будет тяжело. Ух ты. Эпик в конце заставила. Не смотри, не смотри. Господи, сколько их! Пистой! Ля пистол! Я загрузился, а у меня еще тут. Как закрыть? Как закрыть? А, нет, подожди, а закрыть я не знаю. А, Денис. Пробей. А, куча. У тебя патронов нет, Денис. Есть, не перезаряжается. Что? У меня нету. Слышь? Посмотри через окошки аккуратно, там кто-то новый. Спецати. А, это за дэшки? Нами. Это дэшки воюют с этими? Думаешь? Денис, вижу. На меня. Я сдох. А, минус дробаш. Ты дробаш в руках держал? Нет, минус дробаш. Тогда минус дробаш. А мы можем назад? У меня назад? Патронов не было. У меня не было патронов. А мы можем назад тут пойти? А, нет. Вот. Стой. Что? С дробашом, Денис. Окей. А, патронов нету у меня запасных. Угу, да, помню. Я про это и говорю. Пошли-ка, это... Подожди. Нам сюда и надо. Нет, мы тут не будем. Мне кажется, это... имена всех донатеров, типа, и так далее. Да. Я не думаю то, что, знаешь, зону помогал делать... Стой, Денис. Я не думаю, что зону помогал делать ученый... Да. Или Багдогик. Да. Find the technical cage and use the level 2 key card to enter the generator room. Смотри, ему плохо. Не, у меня нам. В смысле, тебя на голове нету какие-то херни? Ну, у меня по всему телу, да, он типа искажается. А, патроны бери, у него лежат. Или мне брать, да? Кому брать? Мне бы, Денис, у тебя бери. Домой, а у меня поштучно. Пошли сюда сначала. Музей? Не смотри! Я посмотрел. Я вниз посмотрел, я не знаю, что со мной, Денис. Просто отвернись. Меня убил. Ты мог раньше сказать, если знал? Я не знал. А! Все, я понял, как не убивает. Надо уходить от монитора, когда увидишь. Прятаться. Вот реально, ПНВшка, вот, я не знаю, как тебе, но мне ПНВшка прям жизнь делает. Я в эту игру играть могу. Вот реально, без рофлов. Придется пока скар взять, но я не вижу пушки, походу. Да, пулемета на этот раз у них не было. Дробовик, М-ка. Какого хрена? Да почему нету реально автоматического дробовика? Ну что за говно? Болтовка. Надо пойти к моговцам еще посмотреть, что у них там выпало. Господи, я человеку голову половину головы отстрелил. Пробовала, да? Да. Че там? Калаш, М-ка и все. Просто калаш. Тут еще челик был, Денис, но я его, к сожалению, просто. Я видел. Так, а давай тут посмотрим. Подожди, почему мы все время в сторону дэшек идем? Смотри, тут. А потому что тут провод. Смотри, иди я сюда. Тебе объясняю. Тут провод ведет вон к тому. Я понимаю, дверям. Так может еще здесь пошаримся? Вот иди сюда. Это вот вход наверх, все хорошо. И все, да? Ага, Денис, тут аккуратнее. Дверь это иллюзия. Обман. Аккуратней. Да. Там работает. Погнали. Не срабатывает слон. Нет, сработал. Ну, я сдох опять. Как у тебя это получилось?
Это локу просто нужно пробегать. А, стой, реально не работает? Да, все, не работают. Все, понял, значит уничтожать надо, да? Несколько раз стреляешь, и они вырубаются. Все, тогда, господи, это все легко. Не трать патроны, зачем? Зачем ты это делаешь? Потому что мне сейчас... Молодец, я лечу вниз. Ты сдох? Да, подожди. Там можно было не ломать. Нет, то-то я на всякий случай. Я не уверен. У меня еще полтора, давай я потрачу на дальние. На верхний трать, на верхний. Что даже мне тут много патронов. О, отходи, отходи, отходи! Иду, 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 иду. Угу. А он круговой захотел. Так, сейчас перезарядку. Прям ближний круговой. Ага, вижу. Сейчас я... И забачу его поменять. Не меняй твой. Ну, пусть и сидит. Вот, поменял. Писку. Денис? Я забежал? Нет. Влево, влево беги. Правильно, правильно. Прям по прямой, по прямой. Все, живешь, живешь. Фух. Живешь. Слушай, я вообще ничего не видел уже. Да, понимаю. Давай я еще постреляю. А, вижу, вижу. А, левая колонна, правая. А, все, понял, значит, это ее не снять уже. Где-то сменил, но не знаю куда. Все. Так, карточку взял, тоже бери. А, вижу, вижу. Есть? Да, бери. А, видишь, вон он. Он забагался там, походу. Ну и прекрасно. А, это я выбежал. Ага. Я понял, какие я двери открыл. Пиздец. Тут есть он. Не слышь. Да, я его не вижу зато. Я захожу в мейнтенанс. На первом этаже. Мне патроны нужны, я боюсь тут сюда телеки, Денис. Это дедзона. В прямом ее понимании. Mm-hmm. Ага, с двух ударов режутся эти телеки. А, mm-hmm. Я открыл двери обратно. Тут вентиляция вниз куда падать не буду. Прожекторы, поднимаюсь к прожекторам. Я тебя понял. Не делаю. Ты умер? Нет. А, подожди, ты на втором этаже того здания, где я был. Нет, я уже снизу. Опа, все, он переключился на экране снова. А! Чего? Ох, я думаю, я тебя порезал. Прости. Не-не-не, все нормально. Да и ты меня-то порезал, но урона нет. А, точно. Вот это говно как-то. Ну потом. Так, у меня мысль есть. Что если... Короче, что если входы от прожекторов находятся в залах? Пробегаю. Пробежал наверх в кинотеатр, Денис. Ага, а пока ты там. Что ты где-то открыл? А, ясно. Прожектором. Ты тоже тут? Да. Страшно. No here is too strong shutting down the projector may help. Прошел тут. Тут труп плохо. А, враг! Патрон. Где? Где? Это я! А, понял. О. В смысле, там фул. Синяя карточка. Да?
Ты же синяя? Взял. Кейкарт левел 2. Все, хорошо, можно в генераторную попасть. Короче, мы заобузили. Думаешь? Мне кажется, да, так и надо. Да, пока он свалил, мы прошли, потому что он бы убил бы нас. А может застрелить? Нет. Я хотел проверить, мало ли можно отстрелить этот. Карта. Тебя она отображается? Мы вот тут, это точно. Нам, короче... Почему мне кажется, эта лука недоработана? Почему ее можно пройти? Ты думаешь? Ну смотри, тут вообще пустые нахуй комнаты. Вот тут что-то должно было быть написано. Серверс. Так, не все так просто, я думаю. Какая-то аномалия искажающая это. Понял. Соберите важную документацию. Давай искать документацию. Мне кажется, на втором этаже она. Нахер мы тогда лифту мощность возвращали? Не возвращали, мы просто перенаправляли. Ну, перенаправили энергию. Опа. Что за паника? Сейчас, не знаю, сейчас сломаю. H-A-C-K. Понял? Хатскер. Опа. Соберите важную документацию, активируйте calling VA, у меня патронов нет. Моговцы, это моговцы были. Патроны все. Есть. Чуть-чуть осталось, но да. Против нас уже моговцы, подбирай патроны с других. За пушки могут, нет, да. Это не моговцы, а у них пистолеты они. Ну, сука, пистолет у меня еще есть. Ты живешь? У меня тоже вроде. Зомби. И зомби, и эти. Они против друг друга. Да, я поэтому и жду, стою, пока они друг друга забьют. Все, они забили его. А-а-а. Господи, сколько их! Отходи ко мне, если можешь. Бегу! Денис, у меня плохие новости. Патроны не кончились. Да. Он на всем. Сука. У меня тоже. Режь, Серега, будь берсерком. Минус 3, минус 4, минус 5. Туда есть. Чем... Дробовик, прощай. Я тебя не забуду. Есть МП5, Денис, давай ко мне. Я пистолет подобрал, все на меня. Опа, кончились патроны. Хорошо, ножом. Давай. Я его забрал сразу. Скачанный файл в А2. Где-то еще в А1 должно быть. Где? А, это ты мои забрал файлы? Нет. Это я свои забрал. Теперь байда. Денис? Да, я бью его тут. Отлично, это я. Сейчас будет то же самое, скорее всего. Так, где B2? Вот тут, наверное. Вот да? Это B1 и B2. Так, фулл магазин. Ну, погнали. Готов? Сейчас. Давай. Да, открылись двери. Идут. У меня тоже. Я почти сдох. Ой, меня убили. Ой, блядь. Живи. 10 секунд. К тебе идут, к тебе идут. Звери, где ты? Они меня не видят. Отлично. 2, 1, я быстрее. Где? В той же комнате. Живой? Окей, вот это уже моговцы, походу. Да! Да! Да, моговцы. У меня XM-ка в руках. Денис, аккуратнее. Я не знаю, кто положил. Это вроде бы 11-й. Могу ошибаться. Иди сюда. Да, что?
У меня дробовик. XM. Что за XM, где? Ну что, погнали нахер. Кто там? Кто? Да хоть из плоти бога, мне похер, сюда иди, твой. Я бы так не залупался. Не, если это девятихвостая лиса, первое это нам писание мстит, второе, они так-то, они профессионалы, они в основном работали, они вообще везде работали. Я понимаю. Те самые уроды, что смогли ящерицу словить. В дерьме, если это они. Так, забираем данные. Забрал. Теперь собрать важную документацию. Мне надо, мне кажется, нам нужно в архив. Да, подожди, я калаш возьму. У меня 8 боеприпасов. Пока никого не вижу. Слева лежит труп, пойду посмотрю на нем патрон Денис. Я возьму патроны, если будут, да? Документация одна есть. А, они типа изжигают ее, типа. Как раз. Готовность. Идут. Они спускаются с двери аккуратнее. Ну, они снизу, вот с снизу. Этой правой стороны. Без головы. А, они справа. У меня патроны сейчас закончатся. А они от крупнокалиберного оружия, кстати, разрываются. У меня патроны все. Решу. Пошли. Пока документацию не собираем, нам боеприпасы бы найти. Согласен? Да. Документация нашел. Рядом с юбкой. Нашел боеприпасы у тебя. Бери, ну. Тогда все, тогда поднимай. Хилку бью. Есть. Подожди, какая-то дверь. А. Директор, офис директора. Стена. Я понял, это еще не доделали. Либо не доделали, либо директор использовал этот пространство на аномалию. Чисто сильно. Ну, у меня очень сильно лагает, что это. Там очень дикий замес. Ага, там зомби, 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 зомби. Ой, там куча их, лучше отстреливать, пока они зомби воюют. Зомби. Бит. Все, остались только зомби, все. Реактор. Спускаются, 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 спускаются. Я вижу. Перезарядка. Я тоже. Все. Подождешь секунду мне? Блин, давай быстрее. Идем. Vehicle access. Прикольно, они все тексты прописали. Так. Ты думаешь, нам туда? Почему ты уверен? Ага, тут музыка. Ух ты. Ух ты. Сверху. Есть. Да, левый пистолет. Реакторная комната. Да стержень везли. Так, Куланд Б, я захожу в Куланд Б. Я Ба. Как там? Перезаряжаюсь. Да, потом. Меня очень много. Держись, сейчас прибегу. Потом уберу.
Куда потом, блин, я спать ложу. Ну кинь сюда, ну. Я включил. Пулеметы у меня тут. Так. Включу. Отлично. Мы включили охлаждение или выключили? А, включили. Не самая умная идея, но мы же ГОК. Нет, я выключил. Уничтожьте трубы охлаждения. Это нам наверх? Наверное, я тут вниз. Я наверху уже. Ты? Я тоже поднимаюсь с другой стороны. У меня не так много осталось. Он требует... У меня зато много. Тут еще выше можно быть. Нельзя, это обман. Что? Братья. Я с другой стороны, Пулемет это просто круто. Это я. Чисто. Прокачка. Закрой дверь. Так, я прокачиваю. Сейчас все будет. Я тоже. Нас явно к чему-то готовит. Пулеметы. Да, нас готовит к чему-то. Да, это очевидно. Я жирнее за этого понял. Нет. В основании. В основании не спрячусь. А, вон видно. Их видно. Где? Зелененькие. Последний остался. Где? Не понимаю. Готово. Активируйте ядерный реактор. А, вот в чем прикол. Да, мы займем эту зону. Так, подожди меня. Так, давай боеприпасами зарядимся. Я заряжен, у меня пулемет, я толком ничего не потратил. Я также. Денис, дай я, дай. Ты его не включил. Я знаю. Как? Ну, на эту же, наверное. Кстати, как есть. Айдишка. Активировался? Да. О. А, 8 минут. А, нам выбираться? Да. Да, я угадаю, на нас будут идти толпы. Да, будут. А они не с той стороны пошли, лошары. Где это? Так все равно нам придется ходить. Ха, идиоты, господи. Бежим. Навстречу куча идет. А, вижу. А нам как? Через это получается убегать, раз открыть? Через туннель, да. Без ред. Блин, тут даже знаешь, что реализовано? Тактическая рукоятка у дробовиков. Типа... чтобы на бегу было легче перезаряжаться. Прикол. Отлично. Мог. Ни в одной игре. Нет, не мог. Нет. Меня залгало.
Господи. Патроны. Тоже. Я бегу вперед, на себя их отвлекаю. Они за мной сели? Они за мной. Разворачиваюсь, бегу к тебе. Я умираю. Не умирай. Райся. Почему мне кажется, что они бесконечные, а просто бежать надо? Да, бежим, просто бежим. Спасибо, Денис. Это не я тебя убил, это он, это убил, который бежал рядом с тобой. Тим дамага нет, не забывай. Так, точно. Блин, надо было просто бежать, Стайси. И как далеко я заспанился? Не так уж далеко, но у меня... Забейтесь на грузовой лифт, куда? Ты налево побежал или прямо? Денис, я побежал налево. Ты меня не брал. Нет, нет, все правильно, беги, я не знаю в какую сторону. Не в ту. Твою мать. Сколько осталось? 4.30, 4.40. Мало. Блин, дробовик бы забрать, но он посрать пошли. С Мосбергом побегаем. Я оружие сменю, посмотрю. Самое главное выжить. Что-то по привычке из толка беру. Нам туда, да. Мне почему-то кажется. Дверь открылась. Залагало. Прогрузка. Зомби, зомби спереди, зомби много. Отбегаем и бежим. Просто стараемся бежать. Транспорт, бей. Я... Господи, сколько их? Грузовой лифт вот. Я застрял. Убили. Живи. Не смогу. Не знаю, не бегаю. Бегай по кругу. 7 секунд. Заспаунился. Я наверху. Нам все-таки наверх? Видимо, да. Бегу. Меня убили. Живи. Куда не денешься? А, патронов там нету. Нам прорвать через них. Обходи, просто обходи. Свет я взял. Я заспамился тоже сверху. 3 минуты у нас. Я нажал какую-то кнопку и пропал отсчет времени. Это было очень сложно под конец. Просто это был просто писец какой-то под конца. Это ужас. А, все? Да, Денис, слышь? Все. Две осталось а вот пост аксиома тут. Ну и PvP тоже. Да. Поэтому это уже потом. Но это было круто. Да, завтра. Эпик в конце зашкаливал, ничего не скажешь. Слышь, Денис? О. Look away from SCP-173. Да, 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 не смотрите. Все.